Поздравления звучали сегодня в Минском детском доме номер 2. Для ребят устроили ковбойскую вечеринку, а те показали гостям свое танцевальное мастерство. Конкурсы от Деда Мороза и конфеты от спонсоров. Без подарка не остался никто. Праздник устроили шефы детдома, Министерство финансов и Департамент охраны МВД. Я рад бывать, в общем-то, на таких праздниках, потому что, вы знаете, я еще по долгу работы и курирую вопросы социальной сферы. И, в общем-то, то, как работают учреждения, как в них живут дети, какие мы с помощью государственных денег создаем детям условия, видеть это своими глазами, это немаловажно. Расходы на образование и здравоохранение – это традиционно самые большие статьи в бюджете. Так было, и я думаю, уверен, что так и будет. В детдоме 80 воспитанников. Большинство – социальные сироты. Папа и мама от них отказались, либо были лишены родительских прав.